Знаете, о чем я сейчас говорю? Она тоже связана с Новым годом. Буквально все почему-то стали его пересылать через WhatsApp, миллионы просмотров в интернете. Я, конечно, не могу вам его сегодня тоже не прочитать. Это письмо Деду Морозу. Женщина пишет письмо Дедушке Морозу. Ну, здравствуй, дед. Пишу тебе нечасто. Ты много разных писем получал. Не отниму я времени напрасно, там у тебя и без меня аврал. Не попрошу ни Бентли, ни Армани, и даже Apple не нужно мне дарить. А можно я к тебе залезу в сани, и до рассвета будем говорить о том, чего хотелось в этой жизни? Хотелось много. Помнишь, в 25 просила кольца, шубы и браслеты и в отпуск на Мальдивы улетать? А в 27 хотелось мне карьеру, чтоб без проблем и сразу же на взлет. А кто в подарках нынче знает мир? Ты бровь не хмурь, тебе ведь не идиот. А помнишь 30? Помнишь эти планы? Огромный дом и баня во дворе. Не бойся, я просить опять не стану, как я просила в прошлом декабре. Ты знаешь, не хочу я на Мальдивы, да и в Армани некуда ходить. Ты сделай так, чтоб не померзли сливы. Я их старалась потеплее укрыть. Но ты же знаешь русские морозы. Померзнут, значит, в том твоя вина. Я в палисадник посадила розы. Смотри, чтоб не погибла ни одна. Не то, чтоб я грешила на погоду, но полояльней, можно хоть слегка. Чтоб без дождей, без бурь, без гололеда. А видела в дворе снеговика? Сама слепила. Радостной и белой старалась очень. И спешила в срок. Ты знаешь, я сказать тебе хотела, а ты бы мне подарочек не мог? Духи хочу, и платье, и помады. Шучу, шучу, постой, не убегай. Ты знаешь, дед, мне ничего не надо, ты только никого не собираешь.